Почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и в Североморске. Экипаж тральщика Кольской флотилии «Ельня» вместе с членами Русского географического общества возложили цветы и венки на воду в места гибели подводных лодок. Крейсерская подлодка К-2 и охотник за субмаринами БО-224 были найдены в этом году во время совместной экспедиции РГО и Северного флота под названием «Помни войну». Большой охотник БО-224 был торпедирован противником в 1945 году. Крейсерская подводная лодка К-2 подорвалась на немецком минном заграждении. Дань памяти погибшим морякам отдали не только военнослужащие Северного флота и исследователи экспедиции, но и юнармейцы вместе с нахимовцами.